Я вас всех приветствую. Меня зовут Столповская Ольга, партнер компании НЕЛ «Квалификация ТОП», город Оренбург. 2 года в компании. 2 декабря я забрала свой грант «Миллион на мечту». На пути к миллиону мне было всегда интересно, куда же тратят НЛщики полученный грант «Миллион на мечту». Так давайте посмотрим, куда потратила я свой миллион на мечту. За декабрь я исполнила 3 свои мечты. Первое – это событие года. Вручение гранта «Миллион на мечту» в кругу своих партнеров и подруг. Всегда мечтала устроить вечеринку такого масштаба. Второе – это поездка в предновогоднюю Москву всей семьей. Семья из 5 человек, в лучшем отеле на 5 дней. Вкусно кушали, красиво одевались, много гуляли. Новиковская елка, корпоратив для детей, партнеров структура. Третья мечта из детства. Шуба из меха чернобурки. Примерила в бутике в Москве, и сейчас мне ее шьют по меркам моим на фабрике. И первый кирпичик вложен в мою красивую и здоровую улыбку. За месяц эмоций, впечатлений и возможностей с миллионом стало больше. Не только для меня, но и для близких людей, что рядом. Мечтайте! Ведь мечтам свойственно сбываться.